Итак, об этой квартире я уже говорил в одном из предыдущих роликов. Вот она, три комнаты на европейском, это Червоные Маки, еще ближе к трамвайной автобусной пентле, то есть до, около конечной. Территория ограждена, удобная локация. Вообще, оседлая европейская, это уже, знаете, это именно нарицательное в Кракове. Вот Червоные Маки, это одно из самых престижных, дорогих и удобных оседлых в Кракове, ну, считается, ну и дорогих. Но квартира стоит 65 метров, 3 комнаты, стоит 1700 злотых, это сама аренда. Семья, которая там жила с одним ребенком, чинж ей обходился в 700, ну и электричество, это уже чисто от вас зависит. Там была в районе, как всегда, 100 злотых. Соответственно, квартира людям обходилась в 2500 злотых. Это для оседлого европейского очень недорого. Вот этим она и интересна, кроме своей локации. Она близко, она в самом низу оседлого, то есть возле Керфора, прямо возле Керфора, но оно ограждено, территория ограждена, охранник есть, который сидит прямо в этом парадном. Это четвертый этаж, по-польски. Лифт есть, охранник внизу есть, уже красота. В дворик есть с детской площадкой, тоже огражден. Кто попал, не ходит, все свои, это удобно. Вид из окна тоже можете сами оценить. Дальше вы можете посмотреть на фотографии, на видео. Я уже, наверное, сейчас умолкаю. Ссылка на описание фотографии дополнительной находится в описании под этим сюжетом. Там же есть наша почта, если вам интересно. Пишите, звоните. Добавлю еще немножко. Техника, вся вот важная техника есть. Холодильник, пекарник, то есть это духовка, посудомойка, стиралка. Ну, все понятные техника есть. Телевизора, понятно, нету. Чаще всего в квартирах его нету. Есть в квартире есть гардероб. То есть кладовка или гардероб, называйте как хотите. Ну, это тоже очень удобно. Так, итак, подытожим. Цена хорошая, место прекрасное, отличное, удобное, локация есть, парковка есть, охрана есть, квартира просторная, мебель есть, бытовая техника есть. Ну, в общем, я не вижу в квартире особых недостатков. Да, ремонт не самый новый, но в этом есть один большой жирный плюс, о котором я уже расскажу вам лично. Поэтому всем хорошего дня, хорошего настроения. И если вам интересна эта квартира, пишите нам на почту. Очень редко я это говорю на канале. Не упустите свой шанс. Вот, ладно, всего хорошего. Желаю вам хорошего вечера. Thank you.